Здравствуйте. Представляю вашему вниманию модель телефона Nokia E52. Это очень точная копия на данную модель телефона. Очень удачная копия, выглядит она круто, очень круто реально. То есть она такого очень строгого бизнес-класса в виде смартфона с быстрыми с кнопками быстрого доступа к MP3 плееру. Включается она тоже по-нокиевски, реально. В общем, телефон реально крутой. То есть я когда его только увидел, только они пришли в наш магазин, я в него сразу влюбился, сам пользуюсь для работы именно этим телефоном. То есть он идет на две сим-карты, то, что мне как раз нужно, так как у меня для общения с клиентами всего 4 сим-карты, и поэтому пользуюсь я одним телефоном оригиналом и одним вот таким. То есть данный телефон очень крут, это копия на Nokia E52, вот такая вот, в такой коробочке он поставляется. Вот таких цветов как бы она бывает, но мы заказали ее только одного цвета, потому что посчитали, что самый вот этот цвет самый удачный. То есть они еще есть в сером цвете, но их было совсем мало, и как бы мы их больше заказывать в сером цвете не будем, потому что вот в этом цвете они самые прикольные, самые строгие. Вот телефон достаточно достойный, очень достойный. Что мы имеем в данном телефоне? В данном телефоне мы имеем дисплей 2,4 дюйма, достаточно большой дисплей, намного больше, чем в предыдущих копиях, например, в такой копии, как 6720 или 6303, 6320. То есть, вот. Также мы имеем слуховой динамик, дисплей очень качественный, очень четкий, то есть насыщенность дисплея очень радует. Вот так вот у нас выглядит меню. Меню тоже достаточно серьезное такое, в виде смартфона сделано. Вот. Данный телефон поддерживает две сим-карты, которые одновременно находятся в сети. Также он имеет MP3 плеер, Bluetooth и много других настроек, органайзер и всего остального. Также на передней панели мы видим оригинальную надпись Nokia. Также видим кнопки для быстрого доступа к MP3 плееру, кнопочка сим-карты 1, кнопка сим-карты 2, кнопочка меню, которая вызывает вот меню у нас, также кнопочка телефонных номеров, но сейчас у нас просто не стоит в нем сим-карта, и кнопочка радио FM, то есть, ну, соответственно, мы можем его слушать как в оригинале, только в наушниках, потому что это очень точная копия именно оригинала. Выполнена она полностью из металла, крышечка у нас металлическая, сзади стоит батарея BL4C, BL5C батарея от оригинальных телефонов Nokia тоже сюда подойдет абсолютно. Вот, поэтому комплектующие от оригинальных телефонов на данный телефон полностью подходят. Здесь у нас имеется разъем под флешку микро-CD. И два слота под сим-карты, которые одновременно находятся в сети. Сзади мы видим камера 2 мегапикселя с светодиодной вспышкой. Камера снимает достаточно хорошо, я сейчас это продемонстрирую. Для 2 мегапикселей она снимает полноценно все свои 2 мегапикселя. Разблокируется телефон тоже, как стандартный телефон Nokia. У нас идет кнопочка меню и звездочка. Давайте мы посмотрим быстренько, как работает камера. Мы долго не будем рассусоливать этот телефон, потому что он такой же стандартный, как и все остальные, только единственное, у него очень удачный и красивый дизайн. Вот так вот выглядит камера. Камера снимает достаточно хорошо, то есть для 2 мегапикселей она снимает полноценно свои 2 мегапикселя. То есть снимки получаются достаточно хорошие. Ну, давайте мы быстренько пройдемся в меню. В меню у нас есть управление файлами, соответственно, файловый менеджер, телефонная книга, развлечения и игры, в которой находится у нас несколько игр. Также у нас есть журнал вызовов, список вызовов, сообщения, мультимедиа. В мультимедиа у нас есть аудиоплеер, то есть MP3 плеер, камера, просмотр изображений, видеоплеер, видеомагнитофон, радио FM и устройство звукозаписи, то есть диктофон. Также мы имеем календарь, установки, профили пользователя,
органайзер. В органайзере мы видим Bluetooth, фонарь, будильник и задачи. Данный телефон еще оснащен у нас очень ярким фонариком. Я это тоже продемонстрирую. Также у нас есть службы, ну это скорее всего интернет и калькулятор. Все, больше ничего в нашем меню нету, ну ничего не нужно. Для данной ценовой категории это телефон, ну, совершенно бесплатный, потому что вы видите, как он смотрится, как он выглядит. Выглядит телефон, конечно, очень-очень достойно. С боковых панелей у нас совершенно ничего нету. Внизу у нас только лишь разговорный микрофон. Вверху мы видим разъем под стандартную тоненькую зарядку Nokia, стандартный разъем micro USB для подключения и синхронизации данного телефона с компьютером, и также его можно заряжать от компьютера или от зарядного устройства micro USB. И также мы видим здесь очень яркий, маленький, но очень яркий фонарик. Я сейчас продемонстрирую, как работает фонарик. Вот так вот вы видите, что фонарик светит очень-очень ярко. То есть у нас сейчас включен свет, и фонарик светит достаточно ярко. Ну вот он, смотрите, мы выключили свет, полностью у нас темно. Вот так вот светит данный фонарик. Фонарик очень яркий. Он хоть и небольшой, но яркий. Поэтому с помощью данного фонарика вы сможете подсвечивать не только замочную скважину, чтобы попасть в нее ключами, ну также можете подсвечивать на асфальт. Эта функция вам всегда пригодится в любое время. Хоть зимняя, хоть весенняя, хоть летняя, ну, в ночью эта функция очень-очень пригодится. Динамик у данного телефона очень громкий, вы слышали при включении данного телефона. Это, повторю еще раз, очень точная копия телефона E52 смартфона. То есть, ну, вот, в принципе, вот так выглядит наш телефон. Ничего больше мне добавить. Кнопочки, подсветка кнопок очень-очень яркая, очень прикольная, такая как вот неончиками. Соответственно, у нас выбит здесь и русский, и английский шрифт, и, соответственно, также есть нумерология, то есть вот циферки. Кнопочки очень мягенькие, шрифт на дисплее достаточно крупный, и даже для людей с ограниченными способностями, точнее зрением, данный шрифт будет по зубам, потому что он достаточно крупный. То есть вы видите, насколько крупный у нас шрифт при введении, при наборе номера, ну а также смс и ммс. Вот, поэтому телефон, ну, достаточно прикольный. Вот, это была точная копия телефона, смартфона Nokia E52. И с вами был интернет-магазин mobilegold.com.ua и я его менеджер Цирульник Тарас. Спасибо большое за просмотр. До свидания.